Эта заготовка не консервация, но она прекрасно хранится в холодильнике около года. Достанешь зимой такую баночку баклажанов, и сердце радуется, ведь зимой они ужас какие дорогие. Советую приготовить хотя бы пару баночек. Рецепт этой заготовки давно проверен, получается очень вкусно и прекрасно хранится не менее года. Точно следуйте инструкции приготовления и соблюдайте дозировку ингредиентов. Удачи! 1. Смешайте все для рассола, доведите до кипения, затем охладите. 2. Баклажаны разрежьте пополам вдоль. 3. Отварите баклажаны в рассоле 10 минут, снимите с огня. Оставьте в рассоле на 12 часов. 4. Укроп и чеснок мелко нарежьте. 5. Баклажаны уберите из рассола. На тарелку выкладывайте баклажаны и зелень с чесноком, чередуя. 6. В банку положите баклажаны с зеленью. Выкладывая слоями, поливая каждый слой маслом, предварительно доведенным до кипения и остуженным. Закройте крышкой и храните в холодильнике. 7. Приятного аппетита!